Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы свяжем топик. Девчонки, я буду вязать детский, ну, скажем так, такую вот мини-версию. И буду параллельно объяснять на все размеры, как бы на ваш, вернее, размер, как это посчитать, как рассчитать и что я буду как бы делать. Значит, я вяжу, пряжа у меня тонкая, 280 метров 100 граммах, вот клубок, вот я даже не буду на это останавливаться. Вы выбираете пряжу, я бы рекомендовала вот бамбук вот этот, вот который я показывала. Что касается России, то девчонки советуйте в комментариях, да. Значит, первым делом, что я хочу сказать, у нас вот такая вот деталь, вот такие у нас полосы на основной детали, которые расположены по бокам и которые расположены по центру. Значит, что касается самой, как бы самого кроя, маечка, обычная маечка, но в некоторых, как бы элементах, вернее, в некоторых представлениях в интернете это такая вот туничка чуть расширенная, в некоторых это просто майка. Я буду вязать просто ровную майку. Если вы хотите туник, ну то есть расширенную по к низу, то вот эти вот части, вот эти вот вам надо набирать. Сейчас я все остановлюсь. То есть вы будете сокращать до проймы, вот здесь вот будут у вас сокращения, то есть набрать петли по бедрам. Вот сейчас я уже как бы перешла на набор петель. Вам нужно, кто будет вязать тунику, вот эту вот часть измерить и вот эту вот часть. Для того, кто вяжет майку, вы ориентируйтесь только на вот эту вот ширину. То есть здесь у вас вот эта ширина x, допустим, x плюс 5 сантиметров. То есть вы измеряете окружность груди, делите пополам, это у вас полуокружность груди, и добавляете к этой цифре 5 сантиметров. Это ваш, как бы, количество ваших сантиметров, ширина деталей. Вяжите образец и вычисляете, оставлю видео по ссылочке под видео, вернее, под видео в описании оставлю, как быстро посчитать. Здесь я считать не буду. Сколько вам нужно, как бы, петель, допустим, число Y. Вот, это петли, Y петли. При этом, что вы высчитываете по образцу, сколько вам петель нужно. При этом, так, далее идет у нас распределение этих петель. Итак, вот здесь эта полоса у нас 7 петель. Эта полоса 7 петель. Вот эта вот часть 11 петель. Вот целая. Потом мы на этом еще остановимся. Таким образом, допустим, у меня на мою ширину 75 петель. Из них вот эти 7 и 7 и 11, это 25 петель. 75 петель минус 25 равно 50, которые я делю на 2. Значит, здесь у меня 25 петель, и здесь 25 петель изнаночной глади. То есть, в любом случае, в любом размере у вас по краям 7 петель, по 7 петель, по центру 11 петель. Остальные петли вы делите пополам и распределяете на изнаночную гладь. Это что касается расчета петель и распределения петель. То есть, здесь у вас одинаковое число. Для тех, кто вяжет тунику, вы измеряете нижнюю цифру, то есть ширину, которую вы хотите, там припуск 10-15. Да, насколько вы хотите, допустим, вы вяжете для беременной. Вот. Поэтому рассчитывайте то же самое. У вас вот эти вот края остаются те же самые. Все оставшиеся петли, которые вы высчитали по плотности вязания, вы распределяете в эти две части. То есть пополам в эти две части. Я вяжу топик на девочку 4 годика. Очаровательно. Надеюсь, что мне предоставят фотографии. И вяжу я тонкими спицами 2 миллиметра. Смотрите, девчонки, вот тот, который набор заказал с Алиэкспресс, там нет тонких спиц. И у меня осталась вот одна пара в ужасном состоянии тонких. Мне не хватает в том наборе тонких спиц. Вот, все это, все свои впечатления о наборе я соберу за год и все вам расскажу. Итак, я набираю 75 петель.
и буду вязать кромку из резинки 1 на 1. Значит, сейчас я набираю 75 петель. Так, набрала я 75 петель. И первый ряд вяжу резинкой 1 на 1. Самое обычное, первый ряд не затягиваем. Почему? Сейчас увидите со второго ряда, почему мы не затягиваем, а вяжем достаточно свободно, при том, что спицы у нас тонкие. Я думаю, вы уже, кто уже вязал со мной вещь, знает, что я сейчас буду делать. Буду делать красивый край волшебным способом. Так, сейчас предвижу то, что уже куча всяких видео есть по этому поводу, вернее, по поводу вот этого вот топа. Я вам скажу так, этот топ придуман каким-то дизайнером, вот, и его просто все пытаются повторить. То есть те мастер-классы, которые есть, это такое же повторение, как у меня, только снятая раньше. Вот поэтому это не авторы, девчонки. Это к отношению, как бы, к авторским правам. Я просто делаю то же самое, просто свое видение этого топа снимаю. Это я говорю заранее, просто предвидя все вот эти вот комментарии. Итак, второй ряд, девчонки, как мы это делаем? Значит, первое, единственное, вот что хочу, девчонки, сказать. Следите за тем, чтобы число петель у вас было нечетным. Да, у меня это 75 петель нечетная. Почему, тоже вы сейчас поймете. Значит, изнаночную я провязала, лицевую ввожу спицу сзади, снимаю лицевую петлю и переношу вперед. Вот так, таким образом я оформляю край изделия, чтобы не набирать на бросовую нить, и чтобы оно было красивым. Вот таким вот образом я это все дело делаю. Так, и так до конца ряда. То есть все лицевые петли я вот таким вот образом переношу. Так, по поводу авторства сказала. Вы видите, что я вяжу, идея какого-то дизайнера. Я вяжу вещь совершенно с нуля, со своими расчетами. Вот, поэтому это мое авторское видение этой модели. Вот, вот так вот я скажу. Так, вяжу до конца. Так, вот такой вот краешек у меня получился. И теперь я еще вяжу резинкой 1 на 1. Далее просто это я оформила так край. Далее просто обычная классическая резинка 1 на 1. Так, вот я провязала еще 3 ряда, вот такой вот у меня краешек. Теперь я буду, теперь мне нужно 4 маркера, и будем распределять нашу, как бы, наши петли на вот эти вот полосы. Для этого первые 7 петель отделяем таким вот образом. Теперь следим за тем, чтобы у нас здесь первая была изнаночная. То есть если у вас нечетное количество рядов, с одной стороны у вас будет вот так вот, то есть первая и последняя изнаночная, лицевая, а с другой стороны будет первая и последняя изнаночная. Вот лицевой ряд мы делаем тот, который у нас изнаночный. Значит, 7 петель, 1, 2, изнаночная, 3, 4, 5, 6, 7 лицевой закончили. Вот первая полоса. Далее у меня 25 изнаночных. Раз, два, три, четыре, 25. Второй маркер. Теперь у меня 11 петель резинки 1 на 1. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. После пятой петли делаем одну воздушную петлю и вяжем по узору 6 петель, то есть это эти 11. Здесь мы добавили вторую, 12-ю петлю между пятой и шестой петлей, она у нас будет изнаночная. Это для того, чтобы вот эта вот
линия у нас четче выделялась. Но почему мы не сразу набрали на одну петлю больше? Потому что, чтобы красиво у нас все здесь выглядело, чтобы у нас лицевые совпадали с лицевыми вот здесь вот. Только с этой целью я это сделала, чтобы красиво потом по итогу выглядело. Значит, 6, 7, 8, 9. 10 11. То есть вот видите, мы лицевой начали, мы лицевой закончили, а одну петлю мы здесь добавили. То есть вот эта центральная изнаночная петля у нас теперь будет 2 изнаночные петли центральные. Вот далее 25 изнаночных. 1 24 25, и остается у меня 7 петель, которые пока резинка, сейчас покажу в следующем лицевом ряду. 3 4 5 6 7. То есть пока в этих местах у нас резинка 1 на 1, которую мы сейчас будем делать полупатентную. Так, второй изнаночный ряд. Ну, второй изнаночный основного узора. Вообще он у нас не второй. Так, вяжем мы его по узору. Пока вяжу, скажу, девчонки, выбирайте летнюю пряжу на этот топик. Легкую, воздушную, струящуюся. Шелк очень хорошо подойдет, бамбук подойдет, хлопок подойдет, да даже и акрил подойдет. Поэтому вискоза очень хорошо будет. Неважно, какая толщина, по сути. Вот. Ну, конечно, желательно потоньше. Сейчас по центру вот эту вот дополнительную петлю мы провязываем лицевой, которую мы добавили. Все остальное по узору, а эту дополнительную в изнаночном ряду провязываем лицевой. Так, говорила по поводу пряжи, что тоненькие, легкие, струящиеся, воздушные. Ну, понятное дело, летняя, чтобы мне не жарко. Хотя этот жилет вполне себе очень может быть полноценным жилетом. Поэтому тоже смотрите. Вяжите так, чтобы вы его могли носить и зимой, и летом. Летом как топ, зимой как жилет, под рубашку, под водолазку. Пожалуйста. Я думаю, тоже очень красиво будет. Так. Изнаночный ряд я довязала. Теперь в следующем лицевом и последующие лицевые ряды мы вяжем только так. То есть изнаночный по узору, лицевой ряд, вот эти вот полосы полупатентной резинкой. Для этого изнаночную мы просто провязываем, ничего с ней не делаем, а лицевую провязываем на ряд ниже. Не в петлю, а именно в дырку под петлей. Таким образом у нас получится полупатентная резинка. Все лицевые петли провязываем таким вот образом. А изнаночные, изнаночные. Без изменений. Вот дошли мы до центральной вот этой вот части. Здесь мы тоже все лицевые провязываем на ряд ниже. Здесь у нас их 3. После 3 лицевых 2 изнаночные идут разделительные. И еще 5 петель, 3 из них лицевые, 2 изнаночные. Лицевые провязываем на ряд ниже, изнаночные провязываем классическим способом. Вот таким вот образом мы вяжем до подмышек. Если это топ, то мы вяжем ровно, что делаю я. Если это туника, то мы вот это расстояние, которое мы заранее уже будем знать и измерим по себе. Далее мы измеряем вот эту вот разницу между шириной туники и полуобхватом груди. Допустим, это у нас 10 сантиметров, 5 здесь и 5 здесь, на вот эту трапецию. Вот 5 сантиметров нам нужно до подмышек сократить. То есть вы рассчитываете количество сокращенных петель на вот эту вот высоту. Вот. И сокращаете после вот этой полосы. То есть полосу вы вяжете, после полосы вы сокращаете эти петелечки. То есть сокращения у вас будут вот здесь вот, в изнаночной глади.
Сколько, это уже на ваше усмотрение. Вот. В общем, девчонки, у меня распущенная пряжа, поэтому не обращайте внимания, что оно такое корявенькое. Все исправим. Вот. Вот так вот выглядит на данном этапе. Я довязала до подмышек. Вот. Длину этого, напоминаю, что я вяжу на 4 годика. Длина у меня здесь 26 сантиметров. И еще будет около 13. Вот 13-15 как бы после сама пройма. Вот сейчас у меня тут 20, это ориентировочно, чтобы вы понимали, но у меня очень тонкие спицы и очень тонкая пряжа, поэтому с этих расчетов можно эсочку спокойно связать спицами 3,5, легко получится из этого количества петель эска. Значит, я сейчас буду делать, то есть вот я вяжу, и сейчас довязала я до проймы, и сейчас буду вывязывать пройму. Я буду показывать, рисовать на одной части. В каждом лицевом ряду я буду сокращать петли, при этом центр у меня здесь продолжает вывязываться. Что еще хочу сказать в этом моменте? Значит, что касается спинки, спинка у нас точно так же вяжется, как и передняя деталь. Вот она, но без вот этой вот центральной части. Почему я говорю об этом сейчас? Я уже на спинке останавливаться не буду. То есть вы набираете точно такое же количество петель и аннулируете вот эту. То есть вы не убираете, 11 петель-то остается, но просто они провязываются изнаночной гладью вот вместе с этими петлями. То есть изнаночной гладью у меня здесь 61 петля. Вот по центру. Что еще можно сделать? Можно набрать в круговую, то есть и спинку, и переднюю деталь вместе все, если вас не напрягать если вас не напрягает круговое вязание, то наберите в круговую, вы более опытные, вам проще. Вот, и делайте по бокам вот такие 11, по 11. Точно так же вот такую вот полосочку вы делаете по бокам и вяжете в круговую. И вот в моменте проймы вы просто разделяете эту деталь на заднюю и переднюю. На задние детали, вот они, эти скосы, их видно, да, здесь сокращения идут. Эта полосочка, планочка, она просто уходит в бок. Вот таким вот образом. Это на спинке. Я просто сейчас параллельно вам. И видите, я оставила на спицах, потому что потом я ее буду подгонять под переднюю деталь. Сейчас я ее просто оставила, связала пройму. Вот и оставила. Я сейчас довяжу переднюю деталь и потом уже буду совмещать со спиночкой. Вот. Довязывать спинку. Итак, сокращение. Как я делаю? Я вот эти вот петли провязываю. И после, сразу после вот этих 7 петель, делаю 2 петли изнаночной вместе, провязываю. То же самое делаю в конце, перед этой планкой из 7 петель, я провязываю 2 петли вместе изнаночной. И так в каждом лицевом ряду. Изнаночный ряд я вяжу без изменений, а в лицевом ряду в начале и в конце я провязываю по 2 петли вместе. Также, если вы хотите поглубже вырез, можно уже прям начать делать вырез, если вы любите глубокий. Я вяжу на маленькую девочку, поэтому не будем извращаться. Я вырез делаю повыше. Но для себя, я скажу честно, я бы сделала его поглубже. Так, и вот, довязывая я до вот этой вот планки, я уже уберу этот маркер, вот, провяжу 2 петли вместе и изнаночной, и планка из 7 петель. Все, и теперь таким вот образом я продолжаю вязать. Значит, сколько меряете, девчонки? Это маечка, это не жилет, поэтому достаточно... Не боимся сделать поглубже, чтобы это все-таки было майкой, да, а не жилетом. У меня это 10 петель. И глубина, я сейчас вам скажу, сколько.
Так, глубина у меня 4 сантиметра вот этого всего. Но еще после обработки будет еще, наверное, предполагаю, что больше. То есть во взрослом, даже если это будет глубина вот этого как бы скоса, 7-8 сантиметров, вполне себе нормально. Вот. Ну, а там вы уже смотрите, может, вы спущенный рукав хотите, тоже все возможно. Поэтому уже смотрите, как бы ориентируйтесь на свои желания. Так, я продолжаю вязать, потом покажу вырез. Так. Вот я закрыла, девчонки, по 10 петель, точно так же, как на спинке. Сейчас я разделю это вязание на две половинки для горловины. Для этого. Значит, что я буду делать? То есть вы полностью в пройме дублируете спинку, возможно, не полностью, возможно, сделать больше, как бы, закрытий для передней детали. Сейчас я здесь продолжаю вязать ровно, уже не делая сокращений. Здесь мы сделаем скрещение вот этих полосок. Так, как же мы делаем перебросы? Мы, вот смотрите, одну петлю перед вот этим вот жгутом, вернее, перед вот этой полоской изнаночную мы оставляем. И 7 петель переодеваем на дополнительную спицу, потому что если мы вот я только что провязала и поняла, что нет, надо вот так вот одну петлю оставить, потому что нам нужна изнаночная по краю. А если ее не использовать, то изнаночная вот эта вот уходит в основное полотно, чего нам не нужно. То есть еще одну изнаночную мы добавляем вот здесь вот и оставляем за работой. Теперь мы провязываем петли с основной спицы, тоже 7 петель. Так. Вот видите, вот если так смотреть, то сейчас вот эта изнаночная уйдет сюда, а нам-то нужна по краю будет изнаночная. Так, вот эти петли, видите, у меня распущено, поэтому накид у нас получился у меня на спице. Это потому что я провязала без вот этой вот изнаночной, вот ее я провязываю, то есть 7 петель, и теперь по краю у меня будет изнаночная. То, что нам нужно. И теперь провязываю петли с дополнительной спицы. Тут я под петлю ниже вяжу, как обычно, как и вязала до этого. Так, и теперь петли с основной спицы до конца ряда. Теперь у горловины я буду делать точно такие же сокращения, как и на пройме. Сейчас со следующего лицевого ряда. Так, изнаночный ряд мы вяжем ровно до половины вязания. Три. Вот они, те петли, видите, перенесенные, как бы скрещенные. И я поворачиваюсь. То есть здесь у меня остается, сейчас все покажу. Значит, здесь у меня остается 6 петель вот этого, вот как бы жгута, полосочки. И здесь 6 петель. Вот, изнаночная у нас уходит в кромочную. И мы продолжаем вязание правой полочки. Левая остается на спицах. Мы вяжем правую после полоски, вот после последней лицевой, мы вяжем 2 петли вместе изнаночной, точно так же, как и у подмышки. То есть здесь мы разделили это все дело вот таким вот образом и
Здесь пойдут сокращения, точно такие же, как здесь, в каждом лицевом ряду. И здесь потом уже, когда мы эту часть свяжем. Вот. Сейчас я вяжу вот эту полочку отдельно, при этом сокращая. Сокращать буду, сводя на нет вот все петли, которые здесь есть. Вплоть до того, чтобы здесь осталось, ну, 2 петельки я оставлю просто для плечика. Так, смотрим, девчонки. Провязала я правую полочку. Видите? Вот, дошла. Здесь у меня 2 петли между вот этими вот полосками декоративными. Вот, видно. То есть я сокращала до того момента, пока у меня не осталось 2 петли как бы между ними. И далее продолжала вязать ровно до того момента, пока мне не хватит, ну, как бы, до высоты проймы, как бы, это вы уже должны знать. Где-то, если брать взрослый, то от 22 до 30 сантиметров, ну, в зависимости от размера. У меня же детский, я сейчас измерю. У меня это около 13 сантиметров. Теперь я обрезала нить, вот оставила на всякий случай, вот потом будет понятно, нужна мне эта нить или нет. Здесь я тоже оставляю, я ее потом продену сюда, благо нам есть куда продевать, в этом случае есть этот как бы жгут. И теперь вяжу левую полочку, первую петлю я в первом ряду провяжу, потом не буду этого делать, и полностью дублирую правую, которую уже связан. То есть вот здесь вот я в лицевом ряду буду делать сокращение и вяжу вторую полочку точно так же, как первую. Так, вот таким вот образом я довязала обе полочки, видно, да, вам? Вот они. Ну, понятное дело, еще не обработано, еще оно все выровняется. Так, теперь мне нужно довязать спинку. Спинку. У меня не довязано где-то 5 сантиметров до конца. И что я буду делать? Я буду вывязывать горловину. Горловину каким образом? Значит, горловина у нас должна закончиться вот в этих вот местах. То есть, вот петли обвязки, мы ее потом сделаем, обвязку продолжим спереда, поэтому ее у нас не должно быть. Сейчас чуть-чуть стягивает, это, конечно, все выровняется. Вот, значит, что я делаю сейчас? Я закрываю средние петли, и потом по одной петле я буду закрывать по бокам, как бы в стороны. То есть сейчас я вам нарисую примерно. Так, значит, здесь у меня должно остаться 2 изнаночные плюс 1 кромочная. Здесь тоже 2 изнаночные плюс 1 кромочная, плюс вот эта вот как бы декоративная планка, да, здесь вот и здесь. Все остальные петли нам нужно закрыть. Вот, поэтому считаю я, сколько у меня здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16, 17, 18, 19, 20, 41 петля. Так, сейчас хочу сравнять, проверить хорошо. Отлично. Значит, видим, сколько мне не хватает. Это хорошо, потому что здесь у меня будет вот такого такой ширины обвязка. То есть не хватает мне до конца, до... сантиметров. Ой, это для детского, для взрослого, смотрите, вот эта вот ширина должна быть, вернее, высота 7-10 сантиметров. То есть горловина, я, это майка, девчонки, поэтому достаточно глубокую горловину. Значит, у меня здесь 41 петля, я буду здесь провязывать по одной петле в каждом лицевом ряду, то есть точно так же, как передние детали. Теперь считаю в 5 сантиметрах, сколько у меня рядов. Так, давайте отсюда. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 рядов у меня до конца. Это значит, что
2 ряда у нас уйдут на закрытие петель, то есть 14 рядов. Если в каждом лицевом ряду, то это 7 петель у меня получится здесь сократить. 7 петель здесь и 7 петель здесь. Значит, 41 петля минус вот эти 2 и 1, 2 и 1, 6 и минус 14. 14 это 7 и 7. То есть если у вас, допустим, 10 сантиметров и в 10 сантиметров 24 ряда, то 2 ряда вы отнимаете на закрытие петель, сейчас все я покажу, и у вас получается 22 ряда. Делаете вы сокращение в каждом лицевом, это 11 петель за 22 ряда вы сократите, то есть 11 здесь и 11 здесь. Я это пересчитываю, чтобы вы понимали, откуда взялась вот эта вот цифра. Значит, 21 петлю мне нужно здесь закрыть. 10 оставляем здесь и 10 здесь. Боже, как же мне, девчонки, не хватает тонких спиц. Мне нужно заказывать, так, заказывать еще тонкие спицы. Видите? Единственные тонкие спицы. Так, значит, 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь закрываем. Вот у меня заканчивается нить. Она будет как раз на закрытие петель. 21 я закрываю. Раз, два, 20, 21 петля. Так, проверяем. Раз, два, три, четыре, пять. Так, 21 петлю я закрыла. Теперь я заканчиваю каждую сторону отдельно. При этом 7 петель еще в каждое лицевое я сокращу. Так, изнаночный ряд провязываю без изменений. В лицевом ряду после кромочной провязываю, здесь уже у нас планки нету, после кромочной я провязываю 2 вместе изнаночной. Почему я не сокращаю в начале ряда, потом увидите, потому что неудобно будет привязывать планку, она у нас будет привязана, чтобы не пришивать, а именно чтобы была привязана аккуратная планка. Вот сейчас я довяжу вот эту вот часть 5 сантиметров и сокращу 7 петель, потом эту вот уже показывать не буду, это уже понятно. Итак, теперь мне нужно, я сошью как бы плечики крючком, можно это сделать петля в петлю, но я этого делать не буду, я упрощу. Для этого берем полочку и спинку, складываем лицевыми сторонами вовнутрь. Я провязала, видите, что одна нить у меня осталась на спинке здесь у проймы, а вторая здесь как бы у горловины, поэтому лишней ниточки у меня не будет. Вот так вот с каждой спицы я беру по одной петле и провязываю вместе. Так, здесь у нас вот начинается уже планка, поэтому вот здесь планка по передней детали, по задней одна петля, и мы провязываем напоследок одну вот эту петлю, петлю с ведущей. Вот, вот таким вот образом я сшила. Теперь что я делаю? Пока я это все дело оставлю на спице. Вот у меня клубок. Вот, и пока у меня все остается здесь, то есть у меня осталась планка, передние детали и вот эта вот петля, которой я соединяла это все. Вот так вот выглядит плечико. Так, и пока оставим, теперь сошьем вторую деталь. Так, вот таким вот образом я тоже соединяю лицевыми сторонами вовнутрь и сошью эти две детали точно так же. Для начала по одной петле с каждой спицы, то есть я провязываю в начале 2, потом у нас это будет по 3 петли, то есть вот эта вот петля и с каждой спицы по одной.
Так, теперь то же самое здесь. Смотрите, на передней детали у нас уже началась вот эта планочка. То есть мы с задней детали последнюю петлю провязываем вместе. Так, две петли. И пока опять же эту петлю мы оставляем здесь. Так, что мы делаем далее? Вот смотрим, что у нас получилось. Вот таким вот образом это сейчас у нас выглядит. У нас есть одна планка и вторая планка. Что мы можем сделать? Мы можем с одной стороны, вот здесь у меня, с одной стороны у нас непрерывная нить, вот она. Мы ее можем, скорее всего, и будем продолжать. Так, значит, теперь вот с этой стороны я довяжу, видите, здесь обрезана нить, мне нужно прийти сюда, как бы, чтобы сменить нить на непрерывную. Так, и вот эта дополнительная петля, она у нас будет изнаночной, то есть кромочной. Эту петлю мы переводим в кромочную. Теперь видим, да, здесь у меня дополнительная нить и основная. И их я просто связываю, вернее, делаю узел, чтобы присоединить. И вязать я дальше буду этой непрерывной, вот этой вот нитью. А та, которая оставалась, вот. Так, вот, все, я присоединила. Теперь я буду вязать. Как же мы будем это дело вязать? Нам можно вязать вот одну вот эту часть прям сюда, что я и сделаю. Можно вязать с обеих, как бы, и соединить их здесь. Я же соединю здесь в плечики. Вот, поэтому я буду вязать от основного клубка, привязывая к кромочным. Сейчас все с вами разберем. То есть сейчас я вяжу планку, одновременно ее привязывая к задней детали маечки. Такую себе цельновязанную планочку я сейчас делаю. Вот я довязываю до конца ряда в лицевом ряду. Кромочную петлю я снимаю на правую спицу, поддеваю кромочную задней детали на левую, возвращаю кромочную и провязываю 2 вместе изнаночной петлей. Изнаночная, это важно. Переизнаночный ряд. Так, вот эти все узелки, понятное дело, мы потом проденем, замаскируем. Снова. В лицевом ряду кромочную переснимаем, на левую спицу поддеваем, одеваем вот эту вот кромочную со спинки, следующую. Вот это важно, девчонки, чтобы не одеть. Возвращаем кромочную, провязываем 2 вместе изнаночной. Таким образом передвигаемся. Вот сейчас вот так вот, то я передвигаюсь по вот этим вот кромочным сюда. Так, смотрим, видите, я по вот этому краю уже подхожу к ровной стороне. Вот. Так, теперь еще одна кромочная. Так, хорошо, ладно. Еще одну кромочную я присоединю, а далее вам покажу. Так, теперь у нас, когда мы переходим на вот это вот, как бы, ровное вязание, серединку, здесь мы присоединяем не к каждой петле, а через одну, потому что здесь у нас закрытые петли, там, где закрытые петли, вот, через одну петлю эту закрытую мы присоединяем.
Вот здесь вот смотрим, видите, одну пропускаем, а следующую как бы за следующую цепляем. Вот таким вот образом передвигаемся дальше. Вот смотрите, прошлась я по спинке, как бы по вот этому ровному полотну. Достаточно стянуто, но это очень даже хорошо, потому что горловина у нас все ляжет идеально, видите? И сейчас я пройдусь по кромочным сюда, и здесь закончу это все дело. И горловинка у нас цельновязанная, красивая, готовая. Вот. Без заморочек. Так, вот он мой последний ряд, который я присоединяю уже за ту петлю, которая у нас осталась дополнительная. Вот она здесь на спице. Так, есть. Теперь вот эту нить нам нужно тоже привязать, закрепить. Так, тоже есть. Теперь так сложить лицевыми сторонами вовнутрь. Господи, запуталась. Так, вот она моя нить, которую я буду сшивать, которая у меня от передней детали осталась как бы... Вот она. Так. Вот таким вот образом, видите, здесь у нас сшито кусочек. И теперь я сошью вот этот вот кусочек планки. И на этом пока все. Значит, что я сейчас сделаю? Я сейчас это все постираю, разложу вот в таком вот разложенном виде, чтобы у меня улеглась горловина красиво. Если надо, утюжим, если не надо, стираем, раскладываем. В общем, та обработка, которая для вашей пряжи идеально подходит. Вот. Так, и здесь, соответственно, одна петля у нас, которая вот осталась при вязании. Я просто продеваю эти нити наизнанку, все, основной клубок мне не нужен. И так, все, здесь я еще завяжу узелок, много узелков, но ничего не поделаешь, я их все, вот эти остатки нитей продену и обрежу. Сейчас все вам покажу. Так. Вот у нас тут дырочка образовалась, которую мы можем как раз таки и вот таким вот образом подтянуть, чтобы ее там не было. Видите, вот такой вот у нас плечик, а сейчас я вот эти ниточки еще продену, обрежу. Вот она наша горловина. Сейчас я это все, вот еще одну вот эту вот нить наизнанку. Продеваем и что я делаю далее? Я далее стираю и раскладываю, далее показываю вам. Вот, пока. Боковушки буду сшивать уже после раскладывания, потому что я хочу выровнять хорошенечко, пока без боковых швов. Пока вот так вот, чтобы зафиксировать горловину. Возможно, мне придется еще утюжить, я не знаю, как поведет себя вот эта вот часть.
мы сейчас решим. Так, вот она моя маечка, девчонки. И мне осталось шить только боковушки. У меня достаточно много тут связанных как бы ниточек. Но следим за тем, девчонки, вот, видите, лицевыми сторонами я сложила. И следим за тем, где у меня начинается пройма. Вот она одна, я прошу прощения за звуки с улицы. И отсюда я начинаю сшивать и до конца. То же самое вторую детальку. То есть вот она, видно, где начались убавления. Здесь у нас начало проймы. То же самое здесь. И я сейчас сошью, и в принципе уже и все готово. Так, вот она моя маечка, девчонки. Все, я ее доделала. Единственное, что хочу сказать, вот если в круговую вязать, вот видите, здесь я сшила. Если вязать в круговую, то здесь шва не будет. Будет вот так вот просто, две изнаночные. Вот. Ну, в принципе, все. Все я вам рассказала, показала. Сложного ничего нет. Вам только подставить свои числа в эти два сектора. Вот. И, в принципе, все. И я же говорю, вырез я бы сделала одновременно с проймой. То есть, не вот так вот высоко, а одновременно с проймой для взрослого топа. Вот. И тогда он совсем будет совсем-совсем маечка. Все, и еще что хочу сказать, здесь, конечно, для груди хорошо, что вот эта вязка чуть стягивает, а это больше как бы, ну, в общем, вот эта полупатентная, ну, чуть стягивает полотно, поэтому мне пришлось немножко подутюжить, чтобы здесь подровнять, а в районе груди я это оставила, видите? Здесь оно видно, да, что есть здесь свобода как бы для груди. Вы корректируете утюжком, вот. И все, девчонки, в принципе, все. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Вот такая вот маечка. Мне нравится.